Рисунки юных художников из Чувашии включены в онлайн-выставку Музея Победы. Они размещены на официальном сайте музея. В электронную экспозицию вошли лучшие работы участников всероссийского конкурса «Мой любимый музей Победы». До 28 марта интернет-пользователи могут проголосовать за понравившиеся работы и поддержать своих земляков. Авторы трех рисунков, набравших наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, получат приз зрительских симпатий. Всего же на конкурс было прислано более 700 работ из 63 регионов России. Итоги конкурса объявят 30 марта. Рисунки победителей будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции.